Конгресс США за позитивный подход к криптовалютам. Дело о возможном уклонении от налогов клиентов биржи Coinbase привлекло внимание представителей Конгресса, сообщает информационный портал CoinDesk. Сенатор Орин Хэтч усомнился в целесообразности получения персональных данных всех пользователей биржи. В письме офицеру налоговой службы представитель Конгресса также выразил неуверенность в том, что криптовалюты в целом причастны к этому делу. Кроме того, Конгресс просит уточнить, намерена ли налоговая служба применить более позитивный подход к цифровым валютам для облегчения их принятия. Ожидается, что ответ будет получен уже в начале июня.